Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Roblox. Сегодня я поиграю в самый популярный режим, реально, именно самый популярный режим. Это у нас Jailbreak. Получается, здесь я могу играть либо за полисмена, милиционера, либо за заключенного. Я выбрал заключенного. И что мне надо тут делать? Сматываться? Куда? Чё? Я пока, ребят, не особо разбираюсь, конечно, как играть. Так. За мной, видимо, кто-то должен охотиться. Но я вот сматываюсь. Так, что тут написано? Ага, самые разыскиваемые. Там награда за них, все дела. Надеюсь, я сейчас спускаюсь не в тюрьму. Это что, тюрьма, да? Черт, чувак. Я что-то вообще не туда пришел. Мне же нужно отсюда сбегать как-то. Опа, прикольно, блин. Давай сваливаем отсюда побыстрее. Надо найти выход. Я пока впервые, ребят, играю в этот режим. И, честно сказать, даже не знаю, что надо делать. А, подожди. Чего? Мне надо сейчас этот, как его, какие-то вещи, что ли, насобирать? Так, это я не могу открыть. Ну, а, подожди. Тут можно бегать супер быстро. F драться, ползать можно. Так, интересно. Опа. Спасибо. Тут можно бегать, прикол. О, фри тайм. Что угодно можно делать, типа. О, прикол, давай попробуем. Пока что-то не особо понимаю. О, вон тачки. Эй, мужики, открывай. Опа. Это ловушка какая-то. Слышь, чел, ты как это делаешь-то все это? Ох ты! Это не надо трогать. Смотри-ка. Нифига себе, этот ты меня шокером хотел челом очкануть-то. Ах ты хитрый. Смотри, он всех ловит. Сматывайтесь, народ. Он там по полной всех ловит. Нормальный чел. Так, чувачок какой-то. Я кого-то там слышал. Тут там бегать носится, либо это я сам. Ха, прикол. Опа, а что это там такой, какой-то крест? Погнали-ка туда. Пока разбираемся, ребят, в этом режиме. Честно уж, извините. Просто я впервые тут играю. Знакомлюсь пока с этим Роблоксом. Так, что это? О, зажимаем. Меня никто не трогает. Зашибись. Вот эта тема. Мне нужна кей-карт. А где я ее возьму-то? Давай, зажимаем. Я сейчас, получается, смогу выбраться. Ох, нифига себе. Опа, народ, я выбрался из тюрьмы. Нифига себе. Офигеть, я могу что-нибудь угнать, что ли? Давай возьмем что-нибудь и свалим. Здесь меня никто не поймает, я на этой тачке уеду. Опа. Какой-то подкоп, что ли, или что это? Ну, зашибись на самом деле. И как мне туда-то зайти? Меня сюда не пускает. О, вон, смотри, снизу. Тихо. Опа. Вертик. Не, подожди. Я хочу управлять. А, блин, это не мое. А это я могу взять? Ах ты, блин, тут ничего моего нет. Тогда я сваливаю отсюда. Побежали пешком. Пойдем грабить, ребята. Так. Да, все, теперь я, ребят, сбежал. Теперь я криминальщина. Могу все, что хочу, грабить. Все такое. Блин, это тема. А что это такое? Ага, здесь нужно какие-то денежки, что ли? Не, мне не надо это. А это что такое? Open. О, у меня, кстати, этот. Что-то мне сейчас там дадут. Что это такое? Не знаю. Что-то мне полис дали. Нафига мне это, я не знаю, конечно, но окей. Так, каждые 2-4 часа можно подарок открывать. О, на вертике, капец. Вот же везет чувачкам, а не то, что я. Я пока только пешком бегаю. Я могу тачку что-нибудь угнать вообще? Приколюха. Я так смешно еще бегаю. Да уж, я красавец в этой форме. Мне нравится на самом деле. Можно от первого лица сделать, в принципе.
Да и не заморачиваться вообще. И все зашибенчик. Хотя, где вообще все банки? Надо карту. О, здорово. Ты че, алло? Можно к тебе, друг? Поехали. Тео, 3383. Че, куда едем? Вау, нифига, тут на тачках прям гонять, что ли, можно? Нормальная тема. Бадима у него написано. На номере. Так, подожди. Ты че вылез-то? О, нифига он отлетел. А как, может быть, мне? О, смотри, я уселся нормально, поехали. Зашибись. Все, теперь у меня есть тачка, ребята. Так, гаражи какие-то, мне нужно ограбить что-нибудь. Так, о, полиционер вон. А я от него такой хоп и свалил. А тут своя личная тачка теперь, да? Воу! Нормально. Мы пойдем в самую опасную точку. А, черт возьми, я это не могу даже открывать. Так, может быть, эту мне взять? Тихо. Сматываемся отсюда. Это тоже криминальный чел. Надо что-нибудь ограбить, блин. Да что я ничего не граблю? Засел тут и все, ерундой маюсь. Мне надо найти банк какой-нибудь. Опа. Кажется, это то, что надо. Поехали, ребята. Нам нужен этот банк. И чё? У меня ничего нет, что ли? Тут какие-то лазеры, кстати. Непонятные. Ну вот же крест. Не знаю, что тут надо делать. Ползти? Нет. Фиг его знает. Чё? Сейчас взорвётся что-то? Ой, походу да. Только не у меня здесь. О, нифига тут тачка. Ну, это, наверное, чужая. Это Бугатти, да? Ох, нифига. Ох, ё-моё, откуда у меня такие деньги на такую машину? Я пока не разобрался, как тут играть-то толком. Так. Тут можно и этот себе что-то покупать вообще. Капец этот режим, это как GTA-шка какая-то, блин. Жесть что-то. Ну, ладно, это прикольно на самом деле. Ну как тут что, грабить я вот пока не умею. Пока не умею. А, вот, подожди, я тут заблокировал машину, теперь она моя, да, получается? Ну круто. Все, теперь это моя личная тачка, но я ее украл на самом деле, я даже не знаю, чья она. Я просто взял, да ее и стыбзил. Так, а это что такое? Здесь мне вряд ли кто откроет. Подкоп здесь можно? Опа. Интересно. Зашибись, приехали. Что тут можно взять-то? Вообще пока что-то ничего не могу найти. Так смешно, еще он шустро-быстро бегает. Пока у меня плохо получается. Так, что-то там чувачки переписываются тоже. Подожди. Кто-то тут пытается пробраться. Опа. Здорово. Как это взять? О. Нифига себе, дробовик взял. Норм. Вот эта тема. Теперь у меня есть дробаш. О, тут можно форму себе какую-то взять. О, я нормальный теперь. Я не сбежавший. А можно как-то не стрелять? А то у меня под... А, подожди, патроны бесконечные, типа. Ага, все, вот. Я не стреляю теперь. Так, здесь одежду, да, получается, можно менять? Это что такое? Ну все. Вроде как все зашибенчик у меня. Теперь у меня есть пушка. Я могу что-то там грабить, наверное. Можно было с этим... О, ты тут, что ли? Поехали. А, нет, тут кто-то мне посигналил, я не понял, кто. Все, погнали, ребят, теперь можно что-нибудь попробовать ограбить. Сейчас в одиночку попробуем. Это будет жестко, если получится, конечно. Все, да блин. Там вертик. Нифига себе. Вот это нормально. Вертолет реально вон стоит, жесть какая-то. Опа. Тут что-то еще вон вертолет. Перевернутый только. Чуваки, вам помочь? I'm hacker. Ты хакер, блин. Ты что, не надо хакер? Как это ломать-то? Поезд какой-то я слышу. Закрыто написано. Так. Не, это все непробиваемо. Опа.
Они тоже не могут открыть нифига. Это какие-то дружбаны, что ли? Тоже мои дружбаны. Они тоже не могут открыть. Не ломается, ребят. Что делать-то? Вы тоже, да, не шарите, походу. Опа. Нифига. Погнали. Грабим. Офигеть, тут все закрылось. Так, как забирать-то? Ага, вот так вот, да? Ух ты, нифига себе. Так. А. Подожди, мне тут что-то все покупать надо. А сколько у меня денег-то сейчас? Мани, у меня 200 только. Я тут вообще ничего не могу забирать, типа. Вообще не понимаю. Я что-нибудь вообще тут могу забрать? Сейчас приедут тут эти обалдуиды и все. Почему они... Кто-то на лазер, наверное, наступил. Я, наверное, еще. Блин, я только могу 200 денежек себе хранить. Офигеть, не встать. Что-то это не круто. Давайте сваливать отсюда. Пока никто не приехал. Сейчас постараемся как-нибудь, может, можно. На верхушку погнали. Что за кнопка? Подожди. Вау. А выключить теперь нельзя. Хоба. Хоба. Блин, а как тут вообще сложно будет, да? Ой, я тут ранился. Оба. Нормас, что-то выжил как-то. Блин. Как мне тут вот фигню вырубить? Меня не хватает. А, подожди, я 2000 могу хранить. А, у меня вон жизнь потратились немножко. Так, это что такое? Я уже тут на самую верхушку пришел. Открыл что-то. Ну, тут, наверное, прыгать опасно. Эта фигня закрыта. Это тоже закрыто. А, вот смотри, тут можно слезть. Как-нибудь аккуратно можно? Ах ты! Парашют! Зашибенчик. Уху! На парашюте эта тема, на самом деле. Как мне тут фигню закрыть? У меня не хватает, блин. Как мне это закрыть-то? А, блин. Я короче, что-то не смог нифига забрать там. В этой ерунде. Потому что я тупо не разбираюсь. А, подожди. А, вот мне дали. Типа, все удалось, зашибись. Пацаны, подождите, я с вами. Нет. Ах ты, блин, смотались без меня. Так, ну пока я такой нуб, конечно, это жесть. Вообще не знаю, что в этом режиме делать. Надо как-то учиться потихоньку. Получается, я уже заработал... О, у меня вот, смотрите, за меня награда $800. Офигеть. Ну это, наверное, хорошо уже. Более-менее. Но у меня 700 денежек. Вау. Вот это жестко. Подожди, чувак, можно с тобой? Я хочу в твоей крутой тачке побыть. Вау. Все, погнали. Нифига себе. Вот это у него точило, конечно. Очень крутая. Юмак написано. Куда мы едем, интересно? Опа-опа, что-то там его немножко понесло. Ну, давай посмотрим, куда мы сейчас едем вообще. Куда-то явно едем. Банк как-то ограбили. Не понял как, но ограбили. Ничего, конечно, я толком не забрал оттуда. Потому что я не умею пока что. Но все же. Вау. Привет. Давай я с вами, чуваки. Погнали. Ага, все. Вертик. Опа. Давай зажимаем. Ну, ой, сейчас упадет. А можно главным быть? Нет, тут нельзя. Ну что, когда бум-бум? Give me money. Подожди. Полис, где полис? Не понял. Вот это полис, что ли? На, полис. Где полис-то, я не пойму. Они вон тоже в этого палят, получается. Как взрыв-то тут сделать? Что он не хочет работать? Так. А, вот. 5 секунд. 3 секунды. 1. Все. Бум-бум. Воу! Ага.
И чё? Нафига мне эта кость-то? Чёрт возьми. О, тихо! Опа. Красава! Это что, типа, можно тут строить как-то? Чувак, это, наверное, сюда. А, нет, это точно не сюда. Давай, чел, ты красава. Ты могёшь. Так, подожди. Это получается... сюда? Во-во-во, правильно же было. Вот. Сейчас развернем. Погнали. Воу! Это что такое? Мумию лучше, да, забрать, наверное? Мумию себе взял. Так, лицо только осталось у мумии. Так. Что я сделал? Ага, спасибо. Ну все, можно сматываться. Тачка крутая здесь. Чуваки, меня подождите-ка, я с вами. Полисмен там. Ждите-ждите, я с вами. Жди меня, чел, мы с тобой приехали, мы с тобой уедем. Погнали. Красава. Блин, реально ограбили музей. Вот это четко уже было. Ран. Он еще и писать успевает, блин. Капец, красава. Все же получилось, да? У меня 790 теперь денюшек. Кому мне теперь эту кость-то гребаную продать? Я даже и не знаю. Ну, я что-то там и мумию стыбзил, и кость динозавра. В общем-то, музей ограблен, походу. Рипок. Чуть не пойму... не пойму, что этому чуваку надо. Вау! Ну все, комплит. Вот эта тема, нифига, тут какое-то убежище такое. Кстати, это оружие получше моего, что ли? По-моему, да. Вот здесь вот я еще не был, кстати говоря. Дайте-ка мне другую пушку. У меня уже денежек побольше. Вот тема, вот эта тема, ребята. Так, он мне типа пишет, через сколько он уедет. А, ну все, погнали, чувак. Блин, такой смешной чел. Я, конечно, даже не знаю, кто это, но он меня катает нормально так на своей крутой тачке. Нифига себе. У него еще какие-то шипы здесь сбоку. Where are you? Ну, I'm here. Как написать? А, вот я им пишу. Так, подожди. Вот. Ой, блин, неправильно написал. А, нет, я вылез. Черт, чувак, жди меня. Оба. Блин, нифига ты улетел. Погнали. Прикольно, но у меня вот уже есть 1600 денег здесь. И за меня награда... О, подожди. Он здесь самый крутой практически. А или он и так самый крутой? Вот он. Офигеть, он тут реально самый крутой. Я связался с батьком, прикиньте. На этом сервере. Тут главный грабитель, видимо. Так. Что делаем? Чувак, давай за тобой. Ты тут главный, тут шаришь. Я не знаю. Так. Поехали, куда теперь? Смешной чел, катаемся с ним что-то. Ну, хорошо, что хотя бы музей получилось ограбить. Я, конечно, и попал в ювелирный магаз. Но что-то там я как-то фигово, да, знаете? Ничего не утащил, по-моему. Но награду, в принципе, такую же получил. Так что, не знаю. Так, денежки тут вот. Но это мне не надо. Дроп кэш. Ну нафиг дроп кэш. Подвис что-то немножко. Так, кастомайз. Switch Teams. Ноу. Ноу. Чувак, а можно я тут поп... А, не, нифига себе. 500 тысяч. Крутой чел на самом деле. Ну, не знаю, что ему надо, конечно. Ну, фиг с ним. Короче, ребят, наверное, на сегодня все. Мы смогли сделать сегодня сразу два ограбления. Я впервые играл в этот режим. То, что тут мне надо грабить, что-то там, все дела. Вот, этот чувачок, видимо, снова решил пограбить немножко. Вот, мы, наверное, с ним сейчас еще пограбим разок. Почему бы и нет? Посмотрим, может, что-то украсть получится. Давай сделаем это. Ох, ё-моё, да тут еще очень долго. Мы тут крутить и крутить будем. Угу. Ну нет, тут очень долго ждать еще сидеть. Так что тут это... Я сдох, что ли? А, нет, все окей. Фух, повезло.
Ну вот мы украли вот часть вот этой косточки, все дела. Ну, тут не проползешь, короче, да, видимо. Тут, короче, так не схитришь. Ладно, ребят, огромное спасибо всем за просмотр. Естественно, не забывайте ставить лайки. Сейчас я вот, ух ты, блин, буду разбираться в Роблоксе, все дела. Вот, пока что я уже сыграл в целых 2 режима. Это очень мало, я понимаю, но все же хоть что-то. Буду учиться, пытаться и надеюсь, все будет получаться. Опа. Бинокль, пассивки. Это зашибись. Давай, хоба! Парашют! Ага, парашют нет, парашюта. Не сработал. Ладно, не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Всем огромное спасибо, всем удачи и пока-пока.